Это вот такое какое-то голословное утверждение, вот какая-то слепая вера ангарчан в уникальность города. Ну в чем уникальность? В том, что он лучше, ну лучше в каком отношении? Что выбросов здесь больше, да и допустим. Я сейчас в салоне Fresh зашла любоваться вот такой красотой. Как слышите, они работают с доставкой. Вот такие часики классные, вот такие всякие куколки, все для оформления всяких разных интерьеров дома, вот такие деревца, открытки, цветы, в общем, и вот такой классный потолок, смотрите. Вы можете позвонить в воскресенье, мы вас запишем. Так. Вы меня наверняка спросите, почему я снимаю салон Fresh, и что, возможно, это реклама. Я могу точно сказать, что это не реклама, я просто проходила мимо. Вот такие цветы. Вот. Просто дело в том, что я проводила конкурсы красоты, а салон Fresh, вот у них здесь специальная отдельная территория для цветов, они здесь в определенной температуре хранятся, поэтому они, соответственно, сохраняются намного дольше. Они вот такие красивые, свежие, их много. В общем, девочки, услада для глаз. А какой здесь аромат? Я даже через свой простуженный нос слышу. Вот такие фирменные коробочки. В общем, очень все такое ми-ми-ми. Это прайс-лист, кому интересно. Сейчас. В общем, цены доступные, как видите. И вот такие классные корзиночки. Это то, что я вообще люблю. Вообще просто обожаю. В нашем городе на земле 2 сентября, плюс 7 градусов, дождь, холодно. Я вообще уже одета как в глубоком октябре, если честно. А сейчас я пришла в магазин «Находка», это такой огромный магазин, который находится в торговом комплексе «Центр» в цокольном этаже. Попала я сюда случайно, благодаря соседке, которая... В общем, мы с ней вместе пошли в магазин, а там не работали карточки по какой-то причине. И она говорит, пошли в «Находку». Я говорю, в какую «Находку»? А она говорит, тут магазин классный. Вот посмотрите, какие цены. Ну, это как бы, ну, так, нормально. Но... Вот. В общем, у меня тематика бьюти. Мальчиковый отдел я не буду сильно снимать. Девочковый только. И вот тут, в общем, расчесочки. Все это уже, как вы видите, дешевле, чем в фикс-прайсе. Или почти по такой же цене. Есть еще приятные цены. Это цены двух, наверное, трехлетней давности, когда фикс-прайс только появился. Были вот такие цены, типа там 39. Вот, пожалуйста, ассортимент фикс-прайса. Но, в принципе, практически по такой же цене. Ну, больше всего меня, конечно, интересуют это бьюти полочки по 139. Здесь шампуньки, краски, бальзамы. Все, короче. Все, что вашей душе угодно. Вот, опять же, обращаем внимание на приятный ценничек. Такой вот очень приятный по сравнению... Мы видим вставленную линейку пропеллер,
общем, всякие масочки, тут огромное количество. А крема, которые фикс-прайсы, мы всегда покупали по 50 с лишним рублей, вот они стоят по 30, обратите внимание, 9. Вот тоже ассортимент фикс-прайса, Маграф. Хорошие средства для снятия макияжа. И вот такая вот целая, прямо вот огромная витрина с масками. Вот они, масочки. Классные вот такие вот патчи. Вот такие патчи с золотом. Они золотые. И вот такие масочки от комплимента. Их мне прислали огромнейшее количество на обзор. Прислали из магазина Ермак. Ссылочку на магазин, а также информацию, как получить там скидку и обзавестись всем вот этим великолепием, я обязательно оставлю внизу. Дело в том, хочу обратить ваше внимание, что в магазине Находка тоже можно купить вот такие патчи. Вот. Они стоят примерно 30 рублей. На Ермаге они стоят тоже 30 или 31 рубль. Но дело в том, что разница в том, что вот это все, то есть из Ермага вот полный набор масок, комплименты и патчи, это вам привозят домой. А в Находку вы идете своими ножками туда и обратно. И, конечно, там нет вот такого огромного выбора, то есть всех позиций. Это совершенно точно. Мицеллярная вода по 70. Очень классный лосьон, розовая вода по 20. Все замечательно. Мицеллярка. Классная мицеллярка. Вот такая розовая водичка. Она в стеклянных баночках. В ней большое содержание спирта. И когда я увидела, я вообще испугалась, если честно, он 68% написано. Спиртовый резкий запах, но когда вы дезинфицируете лицо, кисти, ногти ваши, пластину протираете, то есть это не обязательно все на лицо. Это вам можно использовать в каких-то других ваших целях. Не обязательно все, что продается в косметических отделах. Нужно обязательно тут же резко, быстро и решительно наносить на ваше лицо. И вот такие масочки. Они здесь идут даже по 15 рублей глиняные. Вот так, наверное, видно. У меня тут минута 50 осталось. В общем, обратите внимание, девочки и мальчики. Кто хочет сэкономить, тоже обратите внимание. В принципе, я здесь снимать не буду, я только полочки. Вот такие чудесные духи. А вот эти, короче, пахнут, как шануар в болгарской розе в Питере продавались. Болгарские. Ну и они тут, конечно же, всякие есть, всякие разные. Маски, крема и выбор, скажу я вам, конечно, но я думаю, вы уже поняли, что он больше, чем фикс-прайсы. По 42 жидкость для снятия лака. Вот такие ручки. Ну, все знают все про эти ручки. И вот такие BB. Крема, карандаши по 35 рублей. Сори, я сказала, что они по 25, они по 35 рублей. Они нормальные, свежие, я покупала, все в порядке. Вот эта тушь, на которую стоит обратить внимание. Она по 49 рублей, как я и говорила, то есть я никого не обманула. Я обзавелась, они по 49 рублей, и эта тушь мне очень подошла. Я рекомендую ее, кстати. Значит, вот, секундочку. Вот такие, вот такой огуречный лосьон Маграф. 30 с чем-то рублей. Вот такой тоник тоже было дешево. Я его пользую, как видите. Все хорошо. Вот по 29. Что у нас здесь? Помада гигиеническая. Набор теней по 45, пудры, карандаши, великое множество помад. Вот они.
всякие разные. На любой вкус цвет. Значит, вот 19-й Makeup Pencil. Вот Swatch. Снова Makeup Pencil в оттенке 31 красный. Искусственный свет передается не совсем. А значит, 20, да, оттеночек 20, это Lily Cantani матовый белый. Вот он. Очень хорошо передается. И оттеночек номер 25, это Роя, он такой кремовый, то есть он моментально стачивается, он очень мягкий, и он похож на помаду по своей консистенции, видите, да? Все карандаши в среднем стоят 35 рублей, у них там идет какая-то градация, что для губ там один ценник, для глаз совершенно другой ценник. Сеанс горлового пения. Говорят, что люди с европейским типом лица не могут извлекать из себя такие звуки. Это слухи. Могут. Я же могу. Your shoes are sick.